Современные экономические реалии актуализировали вопрос выбора главного расходного материала – бумаги. Не секрет, что бумага со схожими качествами встречается у разных производителей, и основным параметром выбора зачастую является цена. О ситуации на рынке и выборе российских типографий Print News рассказал директор компании W Игорь Топчий. Игорь, кто из производителей бумаги лидирует сегодня на нашем рынке? В кризис все сокращают издержки. Насколько интересен в этом плане Китай? Я бы не сказал, что больше покупается больше китайской бумаги. Больше покупается российской бумаги, я бы сказал, да? А не китайской. Но европейская бумага остается все равно на втором месте. Причина очень близки сейчас цен. Особенно после снижения таможенных пошлин. Китайские бумаги продавались с 5% пошлиной уже там не один год. А европейские только вот буквально в ближайшее время. Соответственно, цены стали близки с китайской. Раньше при равной с европейской плотности китайскую бумагу выделяли пухлость и толщина. Это и выгодная ранее цена делали ее привлекательной для потребителя. А сейчас? Вот разница остается в плотностях, которые есть. Китайская бумага традиционно более пухлая. Считается, что потому что используют целлюлозу коротковолокнистую, эвкалиптовую, и, соответственно, за счет этого бумага более пухлая получается, но чуть может быть менее жесткая. А производители упаковки, каковы их современные предпочтения? Китайский картон, вот пока на сегодняшний день китайский картон, он просто дешевле, да, при прочих равных, да. Но разница уже небольшая. Все зависит от кросс-курса, да. Китайские картоны все традиционно были в долларах, кросс-курс был 1.35, соответственно, как бы цена была огромная, разница была огромная, там порядка там, 20%. Сейчас кросс-курс 1.1, а был 1.5. Цены очень приблизились к картонам европейским. Основной аргумент при выборе поставщика картона. Логистика, которая для упаковщиков очень важна, они не работают со склада, они работают под заказ, она выходит на первое место. Поэтому вот для серьезной упаковки китайские картоны все менее и менее востребованы. В каких сегментах рынка российские производители бумаги лидируют? Российский производитель стал лидировать сейчас почти 30%. Это бумага Амела, наша российская бумага. Но в первую очередь, потому что цена. Потому что производится в рублях, и они держат ниже цену. На фоне изменения кросс-курсов валют, цены на европейскую и азиатскую бумаги выровнялись. На первый план в конкурентном предложении вышли логистические аспекты. Что касается наших производителей, по мнению экспертов, они удерживают около 30% рынка.